Последнее известие из северо-восточной Франции, района Арденн. Посмотрите трофейную кинохронику, захваченную славными солдатами фюрера. Вот кадры, показывающие наступление американских механизированных колонн. Они шли по горным дорогам в надежде на легкую победу. Но великая немецкая армия нанесла неожиданный удар спесивым американцам. Фуэр! Взято 80 тысяч пленных. Враг отброшен на 120 километров. Наши войска продолжают двигаться вглубь Франции. Если верить этой немецкой хронике, положение союзников в Арденнах тяжелое. Англо-американские войска находятся накануне катастрофы, товарищ Сталин. Прочтите письмо Черчилля еще раз. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях. Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января или в любые другие моменты, о которых вы, возможно, пожелаете упомянуть. Уинстон Черчилль. Деликатные и хитрые призывы о помощи. Обстоятельства нуждают, товарищ Сталин. Как идет подготовка к наступлению? На направлении главного удара, товарищ Сталин, уже сосредоточены все армии прорыва. 9 тысяч танков, 9 тысяч самолетов, 70 тысяч орудий, 180 стрелковых дивизий. Когда можно начинать? Командующие фронтами Жуков, Конев и Рокоссовский считают, что наиболее подходящее время для наступления – конец января. Января. А если все же учесть просьбу Черчилля и ускорить начало наступления? Придется отказаться от действия нашей авиации, товарищ Сталин. Туманы, непогода, прорыв без авиации. Товарищ Антонов, передайте Жукову, Рокоссовскому и Коневу новый срок наступления 12 января. 12, 13 и 14 января 1945 года войска 1-го, 2-го и 3-го белорусских фронтов, 1-го и 4-го украинских фронтов при содействии кораблей Балтийского флота и соединения украинских партизан перешли в наступление в общем направлении на Берлин.
фланговый удар 1-й и 2-й гвардейских танковых армий потряс всю тактическую и оперативную оборону немцев и заставил противника начать отвод своих войск из Варшавы. января в Варшаву вступили части 1-й польской армии. Скорее направо, в ворота давай! Переждем, товарищ маршал. Здесь где-то штаб. Начальник штаба 741-го стрелкового полка майор Орлов. Где командир полка? Командир полка отдыхает, товарищ маршал. Разбудите. Слушаюсь. Товарищ подполковник, вставайте. Товарищ подполковник. Товарищ подполковник, вставайте. В чем дело? Фамилия? Коркин. Подполковник Коркин. Доложите обстановку. Обстановка. Батальон наступает, товарищ маршал, проявляя массовый героизм. Где конкретно? Где наступают? На западной окраине. Вот начальник штаба. Решите доложить, товарищ маршал. Докладывайте. Противник удерживает оборону в районе мукомольного завода. Две атаки 1-го и 2-го батальона отбиты. 3-й батальон накапливается в районе кладбища для атаки завода с фланга. Все ясно. Вы, майор, с этого дня командир полка. А вы, подполковник, будете у него заместителем. Так, я думаю, будет справедливо. Двигаться как можно быстрее вперед.
бой с мелкими гарнизонами не вступать, только вперед. Мой фюрер, наступил момент, когда надо обратиться к генералу Эйзенхауэру с предложением заключить перемирие на 100 дней. Это позволит нам сосредоточить все силы на востоке и нанести русским уничтожающий удар между Вислой и Одером. Мой фюрер, через Цюрих мы установили контакт с Алленом Даллесом. Он представляет штаб Эйзенхауэра. Я знаю. Они потребуют сдачи без боя всей Франции, Бельгии, Голландии. Я не могу согласиться. Мы им докажем. Что еще можем наносить сокрушающие удары? Гудериан, доложите обстановку между Вислой и Одером. Мой фюрер, на Восточном фронте между Вислой и Одером произошли серьезные изменения. Что вы имеете в виду, Гудериан? Мой фюрер, русская первая танковая армия сегодня подошла к Одеру южнее Кюстрина. 60 километров от Берлина? Это измена. Предательство и измена. 150 лет на немецкую землю не ступала нога вражеского солдата. 150 лет, Гудериан! Мой фюрер. Мой фюрер, я предлагаю нанести контрудар в Померании. Контрудар? Покажите. Мы создадим в Померании мощный кулак и ударим по армии Жукова с фланга. Кайтель. Вы говорили, что нужно перемирие на Западе для того, чтобы сосредоточить все силы на Восточном фронте. Так точно, мой фюрер? Гиммлер, кто будет вести переговоры с Даллесом? Генерал Вольф. В войну можно сравнить с полетом в тумане. Самый опасный момент – посадка, финал. Что ждет вас в финале, господин Даллес? Большевизм в Европе?
Ведь русским армиям до Берлина всего 50 миль, а американским 500. Вот на этом пути можно поискать общность интересов, господин Вольф. Таким образом, ставка подтвердила наше решение. В ближайшие 6 дней активными действиями закрепить достигнутый успех, подтянуть отставшие тылы, пополнить запасы до 2 заправок горючего, до 2 боевых комплектов и стремительным броском 15-16 февраля взять Берлин. Так, через 15 дней взять Берлин. Хорошо. Подготовьте приказ войскам фронта. Слушаюсь. Разрешите, товарищ командующий, доложить новые данные о противнике? Докладывайте. По данным нашей авиационной разведки, в Померании замечены передвижения крупных танковых и моторизованных сил противника. Войсковая разведка сообщает, что действующие против нашего правого фланга 2-я и 11-я немецкие армии имеют уже в своем составе 16 пехотных и до 7 танковых дивизий. Все? Все, товарищ командующий. Василий Данилович, как дела в районе Кюстрина? Я только что оттуда, Георгий Константинович. Войска Берзарина продолжают вести упорные бои за плацдармы на Одере. В дивизиях осталось до 50% личного состава. Немцы все время контратакуют. Особенно свирепствует их авиация. А где же наши истребители, генерал Руденко? Товарищ командующий, немцы действуют с берлинских аэродромов, имеющих бетонные полосы, а наша авиация базируется на полевые аэродромы, которые раскисли от дождей. Каждый взлет истребителя связан с большим риском. Генерал Орел, сколько вы имеете танков, танковых бригадов? В среднем около 40, товарищ командующий. Во многих бригадах по 15-20 танков. Пополнение идет очень медленно. Ремонтные базы отстали почти на 500 километров. 20 дней такого стремительного наступления сказывается и на людях, товарищ командующий. Наши политработники все время идут с передовыми отрядами, воодушевляют солдат на подвиги. Солдаты действительно совершают чудеса храбрости. Но в то же время я должен сказать вам, товарищ командующий, что войска нуждаются в отдыхе. Вы свободны, товарищи генералы.
Да, Георгий Константинович, положение чрезвычайно тяжелое. Наши войска сражаются на пределе человеческих возможностей, а немцы рвутся к Москве. Осталось 30 километров. А не кажется тебе по характеру действий и силе ударов немецких группировок, что противник выдыхается? Посмотри, как он растянул войска по фронту. Они потеряли пробивную способность. Тылы отстали. Сейчас самое время ударить по флангам. Разрешите, Георгий Константинович? Я подготовил приказ войскам о наступлении на Берлин. Наступления на Берлин не будет, Михаил Сергеевич. Правильно, Георгий Константинович. Я знал, что вы так решите. Что ты предлагаешь? Я пригласил командующего 1-й танковой армией генерала Катукова. Он здесь, в приемной. Позови. Слушаюсь. Здравия желаю, товарищ маршал. Ну, что думаешь, танкист? Думаю, брать Берлин, товарищ маршал. 70 километров. Два перехода моей армии. Ну-ка, подойди к карте. Представь себе, что ты на месте Гудериана. У тебя 23 дивизии, из них 7 танковых и моторизованных. Жуков наступает на Берлин, а Рокоссовский отстает в Померании на 150 километров. Вот генерал Катуков. Что бы ты сделал в этой ситуации на месте Гудериана? Я бы постарался танковым ударом с севера отсечь наступающие войска маршала Жукова. Верно. Верно. Это единственный шанс Гудериана. А теперь слушайте приказ 1-й танковой армии. Приказываю сдать свои участки на Одере соседним войскам и форсированным маршем двигаться на север, в Померанию, район Армсвальда. Слушаюсь. Ставку. Советская армия продолжает успешные наступления на фронте протяжением 700 километров. Войска генерала Черняховского наступают на Кёнигсберг. Войска маршала Рокоссовского отрезают Восточную Пруссию от центральных районов Германии. Войска маршала Жукова вышли на Одер. Войска маршала Конева наступают на Бреславу. Вероятные действия противника. Немцы будут защищать Берлин, для чего постараются задержать продвижение советских войск на рубеже реки Одер. Здесь уже создается оборона за счет резервов, перебрасываемых из Германии, а также из Западной Европы и Италии. По нашим сведениям, на Советском фронте может дополнительно появиться до 40 немецких дивизий. Создавшаяся ситуация благоприятствует переходу в наступление союзных войск.
Может быть, генерал-маршал, как начальник генерального штаба американской армии, скажет об операциях, готовящихся на Западе. В последние дни Эйзенхауэр перегруппировал свои силы. В настоящее время 25-я армейская группа и 9-я американская армия готовятся к наступлению. В случае успеха наших наступательных операций, мы сможем двинуть наши войска на Дюссельдорф, а затем на Берлин. На каком расстоянии от Берлина находятся ваши войска? Примерно 600 километров. А наши войска? 60 километров, товарищ Сталин. Наступил момент, когда мы должны координировать наши военные действия. Господа, предоставленное вам время исчерпано. Я надеюсь, что вы искренне говорили о координации наших действий. У вас есть какие-то сомнения, господин маршал? Есть, господин Рузвельт. Прямо говоря, контакт с врагом за нашей спиной. И не только контакт, даже соглашение. Я бы сказал, сговор. Сговор? С кем? С агентом Гитлера. Мне кажется, вы пользуетесь недобросовестной информацией. Это Ален Даллес. А это агент Гитлера, генерал Вольф. Могу вас заверить, господин маршал, что эта встреча могла носить самый предварительный характер. Но за нашей спиной. Неужели из-за этого мы потеряем доверие друг другу? Пока все мы живы, нам нечего бояться. Мы не допустим опасных расхождений между нами. Но пройдет 10 лет, а может быть и меньше, и мы исчезнем. Придет новое поколение, которое не прошло через все то, что мы пережили. Что будет тогда? Ведь мы как будто собрались сюда для того, чтобы обеспечить мир, по крайней мере, на 50 лет. Или, я так думаю, по своей наивности, господин президент. Это действительно так, господин маршал. Так вот, самое важное условие для сохранения длительного мира – это
единство трех держав. Если русские возьмут Берлин, то это может создать большие трудности в будущем. Я считаю, что нам надо продвигаться как можно быстрее к Берлину. Первый белорусский фронт, повернув свои войска на север, отразил контрудар противника в Померании и, сломив сопротивление немцев, 1 марта перешел в наступление силами 1-й и 2-й гвардейских танковых армий, 3-й ударной армии и 1-й армии войска польского в направлении Балтийского моря. Что, артисты, загораете? Искусство принадлежит народу. О. А где ваш командир? Вон он на велосипеде катается. Вы видите, осваивай новую технику. Капитан Васильев, командир танковой роты. Поручик Добровский, командир батальона 3-й польской дивизии. И имею задачу насыпать вашими танками. Вот в том-то и хреновина. Задача есть, а горючего нет. Деревню взяли, а дальше? Горючего нет. Подождите. Пелка. Поеду вы, Добровский. Но мы уже не имеем полива. А ты видишь, какие цистерны поближе. Так, 3 километра от шоссы. Не подходили мы ближе, але цистерны мы видели. Ну? Он говорит, что 3 километра от шоссы есть видеоцистерны. Слушай, поручик, одолжи ко мне своего разведчика. Пожалуйста. Дорожкин! Давайте-ка на велосипеды и проверьте. Поедешь и покажешь ему. Нарешься дамка маш под собой. Я ему говорю, что дам еще у него нет, но уже есть дамский велосипед. Тоже хорошо. Но мне надо идти вперед. Батальон! Напшут! Марш! Догоняйте! Догоним! Вот она.
Ну что? А ну дай котелок. Давай, давай, давай. Зачем тебе котелок? Давай, тебе говорят. Мы, танкисты, завсегда горючее на язык пробуем. Ну, смерть фашистским оккупантам. Годится? Годится. А ну попробуй. Я вашим горючим не разбираюсь. Ты в этом разберешься. Ну что, я танк? Вроде спирт. Придется искать дальше. Да, танки, к сожалению, на этом не пойдут. Ну что, по второй, что ли? По второй. Ну, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Угу. Ну что, споем, что ли? Да-да. Хасбулату давай, медно соклядывая, сечка, золотою казна. Национальные трудности. Да, не получается. Девчат. Из Смоленска. Вот трое из Смоленска, да из Полтавы. Тут и французы, и чехи. Господи. А ну, девчата, выходи. Не парши, девушки. Не парши. Я что, выдумал, посадил. Поляцы. Боже, пани. Пани сержант. Благом, нех мне персон забежи, я хочу на фронт. Але по что пани на фронт, пани треба нормально до дома. Я естем жовнежем з армии людовой, з Варшавы. Хорошо. Дани. Париж. Из Парижа, значит. Париж. Ясно, Деголь. Милые наши братики, наконец-то дождались. Думали, уж не дождемся. Умрем, и как девушки, его ведет. Девушки, пани, пани. Спасибо. Выходи, Европа! Ротфронт. Испания. Моя Германия. То есть как Германия? Моя немцы, товарищ. Какой я тебе товарищ? Гитлер тебе товарищ. Мой антифашист. 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 Я, гуд, гуд, гуд. Он немецкий антифашист. Понял? Ну, ясно. Сразу видно. Антифашист. Гуд. Камераден, alle von uns, die am Leben geblieben sind, остался в живых, должны посвятить всю свою жизнь борьбе со злейшим врагом всего человечества, фашизмом. Rotfront! 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 Und jetzt bitten wir den Genossen von der Roten Armee. Теперь попросим сказать что-нибудь сержанта Красной Армии. Надо выступить. Я? Да-да. Ага, могу. Нагура.
Товарищи антифашисты, бывшие узники. Домой идите. Домой. На хаус. На хаус. Фестейн, на хаус. Вот. Цурюк. Я Цурюк. Цурюк. Вот все. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Вот оно. Что? Горючее для танков. Стой! 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 Здравствуйте, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Сталин. Известно ли вам, как складывается обстановка? По тем данным, которыми мы располагаем у себя на фронтах, обстановка известна. Ничего вам не известно. Товарищ Конев. Прочтите доклад разведуправления. По нашим агентурным данным, англо-американское командование готовит операцию по захвату Берлина, ставя задачу захватить его раньше советской армии. Основная группировка создается под командованием фельдмаршала Монтгомери. Направление главного удара планируется севернее Рура, по кратчайшему пути который отделяет от Берлина основную группировку английских войск. Не исключается возможность открытия гитлеровцами путей для союзных войск на Берлин. Так кто же будет брать Берлин? Мы или союзники? Предстоящая берлинская операция, которую нам поручено провести, ни с чем не сравнима. Нам предстоит разгромить на подступах к Берлину 4 немецких армии, не менее 1 000 000 солдат. Нам еще не приходилось брать такой крупный, сильно укрепленный город, как Берлин. Площадь его громадна. Каждая улица, переулок, дом, каналы, мосты – все является составными элементами общей обороны города. От Одера до Берлина сплошная система оборонительных сооружений. Поэтому командование фронтом решило навалиться на противника с такой силой, чтобы ошеломить и потрясти его до основания. Мы сосредоточили 22 тысячи стволов артиллерии и минометов, 4 тысячи танков и самоходных орудий, 5 000 самолетов. Вы сами понимаете, какой силы может быть удар. Но чтобы окончательно ошеломить и морально подавить противника, есть предложение обрушить удар фронта ночью за 2 часа до рассвета при свете 140 зенитных прожекторов. Разрешите, товарищ маршал? Пожалуйста.
На протяжении всей войны мы ни разу не начинали больших наступательных операций ночью. Это связано со сложностью управления войсками. А прожектора, их сразу подавит вражеская артиллерия. Разрешите, товарищ маршал? Пожалуйста. Я считаю, что атака с прожекторами будет малоэффективна. Противник будет видеть только наши наступающие войска. Кто еще так считает? Я. 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 Тогда перерыв. И попрошу быть через 2 часа на учебном полигоне. У тебя все готово? Все готово, товарищ маршал. Ну, добро. Ну как, повторить или все ясно? Мой фюрер, я должен вам сообщить, что наши контрудары в Померании и Венгрии отбиты большевиками. 6-я танковая армия генерала Дитриха не могла пробиться к Будапешту. Дитрих, вы оставили Венгрию, а теперь готовы отдать врагу и Австрию. Мой фюрер, 6-я танковая армия... Хватит, Дитрих! Я лишаю вас всех орденов! Юнше! Сорвите с него ордена! Вон отсюда! Гудериан, вот к чему привели ваши удары в Померании и Венгрии. Вам надо отдохнуть, Гудериан. Новым начальником генерального штаба я назначаю генерала Крепса. Борман, передайте Гиммлеру всех трусов, пораженцев, изменников на виселицу. На Одере решается судьба не только Германии, но и всей Европы. Мой фюрер, поздравляю вас. Умер Рузвельт. Сбываются предсказания вашего гороскопа. Вот она удача. Сообщите эту новость всем. Сейчас же. Подайте всем шампанское. Рузвельт ist tot. Умер Рузвельт. Mehr Licht macht alle Leute. Побольше света. Helles Licht. Дайте больше света.
Бросаем противника! Бросаем противника! Осколочным! Осколочным! Прицел 120! Прицел 120! Угломер 50-20! Угломер 50-20! Беглый! Беглый! Огонь! Войска фронта прорвали оборону противника. Танковая армия «Рыбалка» и «Лилюшенко» вышли на оперативный простор. А у Жукова дела идут пока трудно. Все еще прорывает оборону. А нельзя ли перебросить танки Жукова и вести их в прорыв через ваш фронт на Берлин? Товарищ Сталин, это займет много времени и внесет путаницу. К тому же в этом нет необходимости. Мы сами можем повернуть обе наши танковые армии на Берлин. Хорошо. Согласен. Соедините меня с «Рыбалкой». Слушаюсь. Вот член военно-совета и говорит, что, мол, танковые генералы в башню не влезают. Да ты ведь, Павел Семенович, уже пятый стаканчик прихлебываешь. А ты считаешь? Я Гром. Павел Семенович, вас маршал Конев. Слушаю, товарищ маршал. Ты что, Павел Семенович, делаешь? Да вот, веду бои за Фридрихсхайне. Новая задача, Павел Семенович. Что-что? Одну минуточку, Иван Степанович. Да скажи ты им, чтобы прекратили палить, поговорить не дают. Слушаюсь. Слушаю, товарищ маршал. Приказываю повернуть вашу танковую армию на Берлин с юга. Ясно? Ясно, товарищ маршал. Рвись к Берлину, к Берлину. Есть повернуть армию на Берлин. Вот это дело. Лилюшенко. Да, Клен слушает. Товарищ генерал, вас командующий фронтом. Я слушаю, товарищ маршал. Так. Так, так. Я вас понял. Слушаюсь, товарищ маршал. Товарищ генерал, вот он, гаденыш, с винтовки, с чердака стрелял. Зачем же ты стрелял, сукин сын? Сколько тебе лет? Wie alt bist du? 15. 15. Мать у тебя есть? Hast du Mutter? Отведите его домой. Пусть мать ему всыпет как следует. Есть! Приказано повернуть армию на Берлин. Даскве, Ива! Презентие Даскве! Ди Ауген, Ликс!
Господа, я хочу представить вам моего друга Еву Браун. Она жила в уединении и, пожалуй, в безопасности. Но в эти трудные дни предпочла разделить мою судьбу. Мой фюрер, поздравляю вас с днем рождения. Я счастлив, что мы все, наша старая гвардия, как всегда с вами. Спасибо. Мой фюрер, верные вам войска СС поздравляют вас. Как всегда в этот день, они маршируют в вашу честь, но не на плацу, а под огнем врага. Мой фюрер, я счастлив и горд, что в этот исторический момент нахожусь вместе с вами в Берлине. Мой фюрер, в кинотеатрах Рейха идет сегодня фильм, который был создан до войны к вашему 50-летию. Может быть, и мы отметим наш праздник просмотром этого исторического фильма. Русская артиллерия обстреливает рейхсканцелярию. Мой фюрер, я должен быть в штабе авиации. До свидания, мой фюрер. Я буду держать с вами связь. Я уезжаю к генералу Венку, чтобы вместе с ним освободить Берлин. Черт! Угораю с дела! Фу! Сколько на ремонт надо?
Мало-мало, час надо. О, перерыв на обед, товарищ капитан. Давай, Дорожкин, выясни насчет хозяев. Успокой все такое прочее. Стой! О, боевой привет, папаш. Спрехен слехт. Ферштейн? Хенты хох и прочее. Не, не Ферштейн, папаш. Руки-то опусти. Опусти руки, ну. Успокойся. Это я просто с вами по-вашему, по-немецки говорю. Спрехен слехт. Хенты хох. Ну, опусти руки, говорят, ну. Гейн, гейн. Спокойно. Все в порядке? Aus geht zeich nicht. Es lebe genosse. Их, Гейн, Индешуре. Ты Дорожкин, ну где вы там? Товарищ капитан, ваше приказание выполнил. Хозяев успокоил. Да. Не вижу радости на их лицах. Извините. Мы вынуждены остановиться у вас. Прекрасная русская закуска, папаша. Данке. Ну, как считаете? Гуд. Бите. Бите. Крик. Шайсе. Wir alle Menschen. Zum Wohle. Что это? Пить или не пить? Сейчас. Минутку. Так. Zum Wohl, zum Wohl. Форсирование водной преграды. Не то, черт. Руки вверх. Здравствуй. Здравствуй. Здоровье. Ага, на здоровье. Это самоволь на здоровье. За здоровье. Самоволь за здоровье. А теперь ты садись на твой плац. Das tut man nicht. Hörst du? Чего не веселый, папаш? Zum Wohl. Zum Wohl. Мамаш, zum Wohl. Я вообще человек не пьющий. Ну, 100 грамм задам. Bitte nein. Надо. Ich mag nicht. Zum Wohl. Прошу прощения. Нам нужно на минуту выйти. Один момент. Ну,
Ну что у вас? Вроде контратакуют. Давай. Пятого апреля 4-я танковая армия, обходя Берлин с юга, вступила в город Потсдам. В тот же день, обходя Берлин с севера, навстречу 4-й танковой армии стремительно продвигалась 2-я танковая армия Богданова. Убит, товарищ генерал. Я замполит батальона, лейтенант Кругликов. Фауст, патрончики за ограды бьют. Пустить бы пехоту вперед. Фаустников выкурить. Фаустники, фаустники. Где же я тебе сейчас пехоту возьму? Вот что. Буду ждать здесь, пока вы мне пехоту не доставите. Хоть из-под земли, а давайте ее сюда. Задание ясно? Хорошо. Путясь, генерал. Замполит, ты из студентов, что ли? Сам откуда ты? Из Москвы, товарищ генерал. Я в техникуме учился. Только не кончил. Ну, теперь чего уж. Теперь уж скоро доучишься. А может, генералом будешь? А? Товарищ генерал, саперы! Товарищ генерал, польская пехота! Товарищ генерал, взвод саперов, командир взвода, сержант Ряженцев. Поручник, зовут вся группа штурмовой 1-й польский дивизии. Вот что, сержант, и вы, подпоручик. Видите, мои кони остановились. Фаустники впереди. Голубните-ка их, дьяволов, так, чтобы они на том свете нас помнили. Попробуем, ясно? Товарищ генерал. Понятно? Все ясно, есть? Не впервые. Действуйте. Поднимайтесь, ребята! Вперед! Thank you.
Ребят, честное слово, настоящий зоопарк. Не стрелять, не стрелять. Антилопы. Господи. Посмотрите. Зачем же они? Куда смотришь? Шею свернешь. Выучи хуй складки. Стрелять? По зверям не стреляй. Стреляй в того, кто на двух ногах. За мной. Только тихо, пропускаем львов через себя. Ну как через себя? Игнорируем их. Да. Смотри, какой невозмутимый философ. Все видел, все знает. 300 лет живет. Да. Сержант, ну-ка иди сюда. Товарищ маршал, направляюсь в медсанбат по причине ранения. Командир взвода саперов, сержант Ряженцев. А это что такое? Немцы ее подранили. Как вышибли мы фрицев из зоопарка, слышу, вроде плачет кто-то. Глядь, она по кустам бегает. В руки мне дала. Глаза у нее прямо как у человека. Ну, индивидуальный пакет мы на двоих и поделили. Разрешите ее в медсанбат, товарищ маршал. А то погибнет ведь.
Жалко все-таки. Ну, давайте. Скажи, маршал Конев разрешил. Как-никак, говорят предки наши. Да-да, точно, это верно.